Сразу несколько российских регионов в Центральном и Приволжском округах оказались под воздействием циклона, который принес мокрый снег и дождь. МЧС отправила на особо опасные участки дорог оперативные группы. Сейчас таких бригад 30. Плюсовые температуры, а столбики термометров выше нормы примерно на 12 градусов, сменяются заморозками. Дороги обледенели, из-за этого много аварий. В Москве на смену снегопадам пришел дождь. За сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков. Местами невозможно проехать из-за гигантских луж. Заявки на откачку воды коммунальщики получили почти со 100 адресов. Сложно передвигаться и по тротуарам, в том числе в центре. Пешеходы предпочитают обходить опасные участки по сугробам. Некоторым даже помогала наша съемочная группа. Как вот здесь пройти? Помогите. Я не пройду. Миш, держи тогда. Держу. Я работаю врачом, могу вам сказать, что травмоопасность увеличилась на 50%. Осадки в виде мокрого снега и дождя продолжатся, усиливается ветер, прогнозируют порывы до 20 метров в секунду, и это способствует образованию ледяной корки.